В рамках проекта «Единая страна. Доступная среда» одинцовские единороссы организовали праздник для детей в первой городской библиотеке. Гостями стали воспитанники клуба для ребят с ограниченными возможностями «Изумрудный город». Сотрудники библиотеки провели для детей и их родителей экскурсию по учреждению, показали абонентский отдел, книжную выставку, медийный зал. После ребята приняли участие в коммуникативной игре «Веселый эрудит», отгадывали загадки, мелодии, решали разнообразные головоломки. Представители местного отделения «Молодой гвардии Единой России» организовали для мальчиков и девочек аквагрим. В завершение праздника партийцы вручили ребятам памятные сувениры.